При интенсивном выращивании в интенсивном саду расстояние между растениями зависит от подвоя. Чем более сильнорослый в подвое, тем больше расстояние. Расстояние может быть до 2 метров. И чем более низкорослый подвой, расстояние можно уменьшать. Деревья смыкаются вверху кронами, и получаются такие сплошные ряды, которые можно обрабатывать в междурядье механически. То есть можно пускать какие-то инструменты, плуги и так далее. То есть в таких садах расстояние между деревьями зависит от подвоя.